Prima gamer. Так. А, чего надо? Руда. Одиннадцать часов, чтобы найти скрытую внизу звезду будущего. 10 боссов. Две покупки. Печенька, пусти меня, свой этот, как его там. Раз. Чайник. Ковнюк мелкий в чатик не пускает. Ту-ту-ру-дым-дым-тым-дыр-дым. Ту-ру-дыр-дым. Так. Вон там, по-моему, да? Господин. Полярная кошка. Молчистый кристалл 57. Может, у меня есть такой? Чистый кристалл 57. Хрен с ним, куплю. Изи. Как думаете, что выпадет? Лего. Так. Вау. Вау. Ой, это да. Четко. Так.
Не надо. Драгоценный омут. Это я только для кицин. Кицин. Окатанный рекой ледником камень. Айсберг нет. Ой. Говно. Валун. Это валун. Валун. Изи. Киберспорт. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Нет, я не стримлю. Я не стример. Вы ошиблись. Ту-ру-ту-ру-ту. Больше нету. Ну и ладно. Больно надо. Thank you.
Старый Джан. Здравствуйте. Старый Джан. Прям как я. Спать хочу уже. Сегодня во сколько встал, я даже не знаю. Ужас, ужасное чувство какое-то. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across tend to stay a while. So it is where Мона на каком-то Аке. И еще эти гнари на 54-м. Вот тебе делать нечего. Мона и тигнари. Мона на каком-то там из 10. Наверное, 20, там, 50 аккаунтов уже созданных, наверное. Без понятия. Главное, в жизни главное много аккаунтов и много примагем. Да. Чтобы выбивать... Что главное в жизни? Много аккаунтов в Геншине и камни истока. А нет? Нет бы лучше все усилия на один аккаунт. Ну, максимум на 2. Улучшивается. Гораздо лучше. Зачем копить там играть? Можно сразу дохрена аккаунта сделать. И на каждый аккаунт отдельно там выбивать. 5-звездочных новых персонажей. Дым-дым. Да я ничего, просто интересуюсь. Интересно. Просто интересуюсь, а что нельзя? Понятно. А чтобы задание в других аккаунтах проходить не лень, да?
Чё-то голова у меня болит ужасно. Ту-ру-ру-ру-ру. Я лутатель 2D8. Отдайте мне ваши кристаллы. Пойду я задание делать. Например, вот это задание. Это основное задание получается. А это кто? Дядя Петя, ты кто? Что тебе надо? Интересно, куда он убежал? Эх ты, он меня что-то своровать хочет. Ну-ка, проследим за ним. Посмотрим, что он хочет спиздить. И съебался. Понятно. Испугался, походу. Семьсот двадцать, 720. Так. Порт Артур. Что-то голова болит ужасно. Ох. День. День говно. Заебался, потому что почему? Еще эти боты в Фортнайте, ужас.
День как день, только ты почему-то не спишь или грустишь, и вокруг все поют, только ты один молчишь, потерял аппетит и не хочешь сходить в кино. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда нету пива в холодильнике. О-о-о-о. Когда нет пива в холодильнике. Заебал меня этот Геншин, тошнит уже. Ах, я же сегодня хотел Sims включить, точно. Я и забыл. Вот я ботяр. Чё, может, в Sims? Go Sims. Ну ладно, Go Sims.